Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Банда поросяток. Что я заметил? Каждое утро, ну пока жара не пришла, часиков в 5 выпускаю. Причем с мамками их. Все кодло. И вы знаете, как-то даже и расти стали получше. Ну как, ну, в принципе, возможно, просто что время берет свое, и они уже подъедают. Но все равно, как бы, стало им, они стали намного веселее. В общем, я к тому веду, что немаловажное значение имеет возможность им там побегать, на выгуле каком-то погонять. Ну и плюс, что жара, конечно, в сарае в любом случае. Температура такая, что градусов там, я не знаю, за 20, может даже за 25. Хоть там и вытяжки сделаны. Вонять ничем, конечно, не воняет. Ни аммиака, ни ничего, оно все перерабатывается подстилкой. Ну, сам факт, что после того, как начал вот выгуливать их, они он не особо там привередливые, бегают. Туркомовы. Плюс, ну да, вот шумацион, побегать, это очень, как по мне, очень важно. Дурачок, оно скользкое. Не знал, что такое скользкое. Теперь знает. А выше. Два брата-акробата. Ну, пошли отсюда. И у них есть большой выгул. Никто не мешает. И мамы от них трошки. Ну-ка, да, в принципе, мамы от них даже не отдохнут. В общем, очень прикольно, когда они могут побегать на свободе. А то в сарае сидят, а то скучно им там, грустно. Здесь же возможность есть поиграться. Это будет длиться еще часик, наверное. Они смело тут. Особо друг друга там не это самое не обижают. Ну, в плане не дерутся. Два выводка. Ну, я не видел, чтобы они там как-то. А это еще что такое? Ну, самец. В общем, для поросят маленьких, как и для взрослых, очень важен выгул. Это их не папа. С батей пришли поздороваться. Подожди. Батя, ты там давай зубы не выставляй. Что там? Увидел свиноматку, на чужой кровать рот не разевай. Это их не пока. Ого, тут все так погнул. С батей поздоровались, помчались дальше. Тут в одном выводке прям крупные были, их всего 6 штук. А в другом много было, 10, они помельче. Ну ничего, все выровняются, все будет нормально. Уже начинают догонять те, что были 10. На! Дурбецы. Погода нам сейчас порадовала трошки. Жара слетела, спала. То было прям плюс 30. Сейчас где-то 20, наверное, до 20 ночью опускается. Ну, вообще так комфортно. Поросяткам развлекуха. Упал, все, торбец. Что это было? Ну, интересно и все. Ходи сюда, кастрюлька с мясом. Втекла кастрюлька с мясом. Не хочет идти домой. Маме, мамы сразу по рукам пошли. Чужие поросята пытаются маму завалить. Эти, четыре мушкетера, блин, за решетку залезли. В общем, имейте в виду, если есть возможность давать им побегать, мацион такой получить, чтобы они нормально там и мышцы напрягли свои, и тогда и расти будут получше.
Потому что вот так вот сидеть метр, ну, 2 на 2, камера — это капец. Они бедные там аж все. Ну, при виде свободы они вот так, двери открываешь, и вся толпа на улицу выметается. Настолько им интересно, насколько они радуются этому всему. Плюс, я же говорю, они вот бегают и получше кушают тогда, да и растут. Что такое? Ого! Ну ты кривоногая! Наступила на лапу и ноль эмоций. И плюс, самое хорошо для меня, не дерутся. Вот 2 выводка, 2 свиноматки, да, спокойно функционируют между собой. Вон, в одном выводке дерутся, вот это с одного. И то, как дерутся. Это у них игрище. 2 самца, выясняют, какое яйца больше. Сейчас мама подойдет и узнает, у кого яйца больше. Будете оба летать. Велосипед. 10 поросят кормят, конечно, куда. Вот сейчас у них будет вот это все. Еще в течение часа утренняя зарядка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. А, лопаты. Всего доброго, сейчас убираем.